Давай. И давай посмотрим на эти квантовые компы на кораблике материнском, женском, королевишны. Какая функция 350 тысяч? Ну, а вот те, которые я сейчас, одни как сектор один отделимо. Он мне отдельно идет. Мне оно идет или как организация и управление досугом, и управление человеками через досуг. Как не то, чтобы это было, как люди сами хотят себе проводить время, а этот досуг вроде и досуг, но в то же время и очень четко он регламентируемый и контролируемый. Ну и там такие монокомпы, каждый отвечает за свою задачу какую-то. Как этот досуг, который вот мы сейчас, да, рассматриваем, там куча-куча всяких тонких как нюансов. Вот Да. как Это телевидение, там вот. ритуалы, телевидение, вечеринки, алкогольные вечеринки. Сексуальные развлечения. Секс-туры, да, что-то смотри. Да, есть Как с много этим всякого. бороться? Ну, я думаю, если подключать как-то эти компьютеры, пусть человек и сами думают, как им Конечно. проводить доступ, Как а отличать не. будем? 350 тысяч мы все замучаемся будете. Ну смотри, там 350, а есть еще головные, которые как бы всеми остальными командуют. Есть. Сколько их? Этих на уровне 39, что ли? Ну вот давай их берем. Трогаем один. Триста девяносто, Илья. Тогда Финьков. Пусть потрогают лапками. Им уже эта игра не очень нравится. Ну ладно. Программиста. Да, это работает. Но он сразу вскрывает, он не перепрограммирует никоим образом. Сразу вскрывает. Да, идет. Но он не будет, он просто как бы перепрошивает, да? Да. Отлично, тогда покажи ему все квантовые компы на этом кораблике. Ой-ой, репу чешется. Пусть копируется. То есть это охватывало абсолютно весь досуг, и люди думали, что они сами себе придумают Да. развлечения, игры, спорт, вот Да, да. все-все-все. На самом деле это все перепрошивало мозги, направляло энергетику, потому что вот это противостояние в футболе, допустим, севера и юга, это тоже разделяло, создавало потенциал, и люди наполняли всю энергию в борьбу и в прочее. Да, это просто кошмар. Смотри, там абсолютно все сферы. Там и туризм, там и азартные игры, там и спортивные. Очень много спорта именно. Даже интеллектуальные игры. Все туда. Какие-то затейники там, слушай, бегают, как тамада какая-то, вот, ну что-то вот. Даже вот организация на таком уровне. И то, как-то кто-то курирует. Мне нужно всю эту энергию освободить. Уже штук 30 поломали.
То есть я смотрю абсолютно все за. Блин, это вообще, ну смотри, абсолютно все. Все, мы все в парадигме врага, в картине мира нам не дают никаких, даже информацию, которая была бы естественной. Мы абсолютно в искусственном мире, в неправильном. Фантастики абсолютно нет. Система развлечений, игр, клипов, компьютерных игр, я имею в виду, она вся в этом. Вся направляет наше сознание, форматирует, зомбирует так, как нужно, чтобы мы думали, как нужно. Муравейник. А сейчас напрямую хотят подключить. Я вот могу, знаешь, до того дотронуться, просто я считываю информацию. Вот я вижу, как ралли, вот я вижу, как конные скачки какие-то. Вот, ну, куда до каждого можно дотронуться, и каждый за что-то, вот один какой-то нюанс ведет, что-то, вот одно Все наше направление. общество и жизнь искусственно построенная, да, просчитанная им, нас направляют. Это был мега-разум. То, что мы думали, что мы сами что-то решаем, что-то выбираем и Никто ничего сам не решает. тратим свою энергию сами, куда нам нравится. На самом деле это все закручено и все связано в этом огромном. Это был целый этаж, да, размером такой с континент, как ты правильно сказал, Австралия это. Там не как Австралия, она даже по контуру такой какой-то. Позже займемся разными другими индустриями, это другие этажи. Начиная с детства даже. Да. Вот я вижу детки маленькие, там викторины, там вот что-то они отвечают. Даже уже на этом уровне идет. Да, форматирование мозгов, да, чтобы отсечь от естественного. Зомбирование идет, да, даже не обучение, но это часть обучения, а с обучением потом найдем мы компьютеры, которые за это отвечают. О, кстати, финки подключились. Без них. Да, скажи потом, и этой игры не будет, все. Так что пусть будет компики, Я лапки. сказала, что детки заняты и с ними играть не будут, пока деток не освободят, и они побежали. Ну, так и есть. Деткам форматируют мозги с детства, чтобы кроме материального они ничего не видели, ни с чем не общались. Отсекают. Да, теперь немножко веселее пошла работа. Кубики, это что, монополии? Любые такие игры, да. Это еще и казино, кубики. Религиозные мы из семи четыре грохнули, но надо будет еще нижний уровень. Это мы большие. А вот такие по слоям, по сферам жизни тоже надо. Кто это все просчитывал, делал? И вот целый огромный пласт. Знаешь, как вот эти шлемы виртуальной реальности, что это? Компьютерные Игры. игры, да. Людям одевают на как бы на голову и переформатируют мозги полностью, хуже, чем религия.
Они живут в своих мирах, кроме естественного, гармоничного, природоподобного и прочего. Религия обычно уже более взрослые приходят. У них хотя бы шанс есть как-то развиваться с детства, хотя бы что-то. А тут сразу детям бац, и у них нет возможности даже развиться нормально. Они сразу в этих шлемах. Такое впечатление, что они из-за тех детей, которые играют, каких-то солдат пытаются делать или... Да. Потому что мы должны были стать биологическими солдатами, подключенными и энергиями защищать тварь-матку в битве с флотом. Дальше экспансия. По нашей вселенной, чтобы ее пожрать. Где-то с 30-го года это бы уже было в реальности. Подготовленные с промытыми мозгами подростки выросли бы. Но Новое что-то, поколение. да, что-то пошло не так. Что ж случилось? Вот давай этот компик лично разбудим прям. Давай. Слушай, это что за отдел такой на библиотеку похоже? Это что, организация досуга и литература туда входит? Правильно я вижу? Конечно, конечно. И так называемые французские романы еще с 19 века, где почти порнуха эротическая. И фантастическая, так называемая, где фантастика только то, что на самом деле реальность. И которая абсолютно противоположность, ну, нынешней реальности, противоположность тому, что на самом деле, что было, есть, чтобы увести мозги в сторону от того, что было. От того сознания, состояния сознания, которое было у людей до вторжения, да. Переключить на технику, на нездоровые отношения. Ну, как мы считаем, это норма, но это нездоровое. И в социуме, и между людьми. Настроить всех на существование какого-то суперразума. Чтобы думали об этом, неважно в негативе, либо в позитиве. Настройка. Потом это все пошло через символизм, через один глазик, через пирамидки и все остальное. Но литература тоже всем этим была пропитана. Да, я вижу это, знаешь, как в спектре, вот литература, вот если брать вот организация досуга и какая-то литература, она разным цветом, там красная, зеленая, синяя, фиолетовая, потом еще в какую-то перетекает, вообще прозрачная. Это не понимаю, что сейчас я дотронусь до одного, посмотрю, куда это она переходит, эта литература. Они как-то плавно, волнами из одного в другое Да, все перетекают. связано. Это одна картинка, она переходит в другую, как фасеточное зрение, да. В другой ячейке видно часть другой ячейки левой, допустим. Следующей видно предыдущую. Чуть-чуть. А, это я поняла, что это тоже литература, только такая специализированная, скажем так. Типа эзотерики, типа вот такого что-то. А, ну да, начиная с Розы Мира, всех этих масонских бросов, кончая вот левашовским масонским бросом. Да, с искусственной истории, придуманной про великих русов, оболганных. Бхагавадгита туда же. Это как бы полурелигиозное, полушизотерическое.
Роза Мира Данила Андреева. Одна чего стоит. Успенский тоже туда уводит. Крышеснос полный. Все эти религиозные книжки, так называемые, все с одной библиотеки и типографии придумано. Но там очень большой отдел, ну, по комбиках, я смотрю, Да. очень большое количество Они этого. все придумывали кучу литературы, вбросов, да. И транслировали через масонов. И И они как... просто печатали, переносили на бумагу. Они же подключены. И как одна от другой на градус, ну, совсем на чуть-чуть изменяется, изменяется, уводит, Да. уводит. Вот я по тональности смотрю, Да. знаешь, прозрачная чуть-чуть чего-то добавил, ну, то есть. Окно Овертона по чуть-чуть, чтобы было. Закручивание гаек не сразу, а по чуть-чуть. Лягушку варят медленно. Медленно повышая температуру, да. Оттуда медленно в магию переходит. Это что, тоже организация досуга магии? И в зомби. Да. Сейчас эти ретриты, коллективные медитации. Это все магия. Тренинги по укреплению этого командного духа, корпоративного. Тоже магия там. Ритуалы проводятся. Ритуалы. С Это мозги веревочками, со всеми. ломаются. Да, ломают мозги точно. Зомбирование. А обратно Финькам надоело. Ну хорошо. А нет, они все закончили, что детей касалось и все. Они молодцы. А, ну понятно. Неинтересная игра. Трогать квадраты. Оттуда вылазят шарики. И все. Ничего интересного. Синие, голубые шарики. Которые начинают озираться и пытаться сожрать твою энергию. Потому что им не хватает энергии, они отовсюду скачивают новым сознанием. Программисты пусть работают. Да, эти работают. Я не хочу реальную армию приглашать. Пусть вот это вот от сферы программиста. А позови зеленую сферу. Вот там покажи задачу и пусть программистов выпускает. Какие-то они у нее на саперов похожи, эти Угу. программисты. Они сейчас взрывать будут, да. Да. Это ж военные. Как мины подкладывают и отходят. Они быстрее будут. Процессы быстрее пойдут. Чем у этих. Эти пытаются перепрошить, перепрограммировать, это время занимает, исправить. А может как-то можно отбой сапёром? Спросил синей сферы, а может быть можно как-то все это сразу запустить, большой, разбудить один большой комп и перепрограммировать все, что они делали? Но это как она показывает, не совсем понимаю. Подожди. Что она от меня хочет? Или что я от нее хочу сейчас? Это как не перепрограммировать, а только отпустить всех. Вот Вот, как, знаешь? да, отпустить, чтобы теперь Да. уже сами могли, да. Да. Пусть она это делает. Не понимаю этого процесса. Я тебе расскажу, что я вижу. Такое впечатление, что она пространство над ними очень сильно нагревает. Как в инкубаторе, знаешь, и там что-то вот вылазит. Да, отлично. Да, это. Правильно Я это, так да? ладошками пытался греть весь этот кубик. Да. То же самое. И как те программы, они на высокий, на другой уровень выходят, вот эти. Ну, я понял, что он делает. Молодец. Я вижу, как бабочки вылетают. Ну, по типу вот Да, это да, идет да, да. картинка.
Да, освобождение. И тогда все сразу, вот целый этаж, вот тот, который там же между ними как прослойки, пространство какое-то. И вот она нагревает просто весь, полностью заполняет определенным качеством, определенными, вот как, и все на резонансе просто одновременно. Да. А теперь покажи все уровни кубика. Пусть прогревает один за другим постепенно. И может начать даже с нижних, там, где вначале финки бегали, вдруг Да. шоп пропустили. Да. А мы займемся центральным процессором. Внешний был этот контур, держал кубик. Новое общество. Затем это католицизм. Вообще все виды христианства, это ислам. Давай еще раз посмотрим по этим дзен-буддистам и всем остальным. Который 7 один в другого или 6-6. Смотрим, он есть еще какой-то активный. Еще три активных. Каба, ну, внешние, я имею в виду, извне иди самые большие. А, те, которые большие, те, которые мы работали, да? Давай от внешнего к внутреннему. Какие-то есть активные еще? Тот первый, который похож на Каабу, который мусульманский, он, знаешь, вот внутри как эхо идет. Ну, то есть он не активный, он пустой уже. Отлично. Индусский есть? Там никто не живет. Уже это освобожден. Дальше следующий. Вглубь. Протестанты какие-то. Католики. Вот это тут. Но там такое впечатление, что еще как газ собирается, и знаешь, так вот время-время, а потом пап, пузырек газа какой-то выходит. Ну давай. Я так понимаю, еще где-то что-то осталось. Разображение идет. А, он подключен к тоже к этажу такому квантовых компиков, которые его накачивают. Все, но это сейчас со временем уйдет. Но я его чуть-чуть ломаю. Еще какие-то шаманства есть? Кубик. Нет. Хорошо. Вот эти Он три. куда-то относится к Да, другим да, религиям да, да. каким-то. Хорошо. Вот эти три оставшихся. Давай, внешние это что? Там как-то с масонством что-то связано. Внешнее масонство похоже. Вот, наверное, потому что идет какое-то масонство, но вот не те, которые на подключках уже серьезные. Внешние, Возможно, да. да. Это зомби, эти шестерки. Да. А смотри, я как пытаюсь этот кубик схватить, а он как бы кубик, но и сверху еще какой-то как шланг такой толстый, как над ним какая-то пирамидка, что ли, что-то такое. Сверху какой-то. Грани прячутся, как чем-то покрытый вот кубик, да? И грани вот так, как чем-то покрыты, чтобы его не покрутил. Знаешь, слизывается. Вот раз берешь и Да. не удержишь в руке. Как сверху что-то, какая-то защита. Что за защита сверху над этим кубиком? Что-то там очень много всего как мерцает. Блин, что же это такое? Как фейерверки какие-то. Запустить диагностов, может, полегчает. Может. Защита масонского масонства. Как магия какая-то, что ли?
Разноцветные такое, разные фейерверки какие-то, вот что-то. Там и магия, у меня мозг вырубает. Защита сработает. Сила какая-то, да. Угу. Меня как, знаешь, как искры в глазах. Вот глаза все Угу. равно тут закрыты, как вот Угу. оттуда. А это чтобы никто не увидел. Защита. Фу. Покажи программисту эту защиту сверху. Где квантовый компик? Кто это делает? Но там как немного есть защиты магии, но это не одна магия, там Это куча всего на... квантовый, да. Да. Что-то идет управленческое, не совсем понимаю пока, или еще, наверное, диагноз пусть поработает минуточку. У меня еще в голове как... Запусти туда синих диагностов. Да, хорошо. Над этим кубиком. Там какая-то структура, как скошенный треугольник. Вот так как, ну как. Броня под углом. Ну или это сильные структуры какие-то, это реально управленцы, государственники, вот что-то вот такое идет. Да, это все масоны, это правительство и все прочее. Да. И они защищают масонов. А, найди компики, которые правительство держит вот эту всю структуру. Ну вот сейчас мы один смотрим, а там есть такие, я не знаю, ну, два, по-моему, это же. Угу. И они прикрывают. Они как снизу прогревают, накачивают вот эти вот Покажи дуги или что это. сфере эти два этажа. Да, видит. Там еще вообще как куча-куча. Угу. Это не один континент, это весь мир. Это два этажа и половина третьего. Надстройка третья, это уже Ее Величество, кстати. Королевские структуры. То есть, пусть она сразу ими займется, правильно? Как скоро она дойдет естественным путем? Какое-то время, как 48 часов, двое суток, трое Ждем, суток. ждем, ладно. Смысл ломиться на амбразуру, проще расчистить поле. Перерыв.